Профильный класс под патронажем Государственного комитета судебных экспертиз средней школы номер 5 работает с 2022 года. По этому профилю учащиеся занимаются, начиная с 10 класса. Тесное взаимодействие между управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области и средней школой номер 5 началось в 2022 году, когда здесь был открыт первый профильный класс под нашим кураторством. Идею создания этого класса мы вынашивали давно. И очень признательны Брестскому горосполкому за то, что он поддержал эту идею. Учащиеся на повышенном уровне изучают ряд предметов, носят форму со знаками отличия. Под кураторством наших сотрудников мы проводим различные мероприятия, в которых они с удовольствием принимают участие, узнают новое о профессии судебного эксперта и могут... Помогает им это определиться со своей будущей профессией, с тем же поступлением в высшее учебное заведение. Гордо и четко 19 парней и девушек зачитали клятву, пообещав служить примером дисциплинированности, честности, порядочности, взаимопомощи и патриотизма. Обещаю всегда стремиться к знаниям и самосовершенствованию, быть достойным представителем своего класса и своей школы. Поздравляю вас с посвящением. Во время торжественной церемонии сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области вручили ученикам шевроны, значки и галстуки со знаками отличия Государственного комитета судебных экспертиз. Ребята отмечают, что в профильный класс поступили целенаправленно. Я решила выбрать именно класс Государственного комитета судебных экспертиз, потому что хочу связать свою жизнь с медициной, и я уверена в том, что именно этот профиль поможет мне выбрать нужный путь. У меня дядя служит в МВД, потом мне самому нравится военная теория, военная практика. Обучаюсь в молодежно-патриотическом центре, и этот класс не считаю, что будет лишним. Он мне поможет для моей карьеры. Я планирую связать свою жизнь тоже с милицией. После церемонии ребята вместе с сотрудниками управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области возложили цветы к вечному огню Брестской крепости-герой. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.